хожу 5-й год, занимаюсь. Мне делали операцию колено-сустав в 2009 году и 2014 году. Я плохо ходила. Когда я узнала, что такая группа существует, сюда пришла. Вот, разработала ноги свои. Как видите, прыгаю, скачу. Я к врачам езжу, да, в ортопедию через каждые 2 года. Они просто надо мной удивляются, каким образом я туда на кушетку залезаю, как молодая, прыгаю. Вся вот заслуга наших упражнений. С 15 мы октября начинаем работать, потому что дачные дела все, и до 15 апреля мы занимаемся. Первый тренер и первый директор спорткомплекса Дмитрий Геннадьевич. Вот при нем все спортзалы были полные, забито, что сюда можно прийти и заниматься. Вот я хожу в рощу и задаю там вопрос. Говорю, почему вы не идете сюда заниматься? Они мне отвечают, чтобы сюда заниматься, приходить, нужно иметь знакомых. Не надо никаких знакомых. Нужно приходить и заниматься. А для этого нужно взять, писать об этом, говорить об этом. Чтобы прийти сюда в спорткомплекс, нужно прежде всего иметь желание прийти внизу, записаться, и вы будете здесь приходить, заниматься, получать большое спортивное удовольствие. Приводите сюда детей, приводите сюда внуков. Для этого этот спорткомплекс и был построен. Занимайтесь. Всем здоровья. Я в бассейн хожу, можно даже сказать, давно. Зимой только, а летом не хожу. Так, неделю 2 раза стараюсь ходить. Нравится мне. Ну, сказали, вообще-то, собирается так, как ветераны, пенсионеры. Вот, пришла. А за сколько вы плаваете на рожке? Ой, я на время не плаваю. Так, нет, я для себя, можно сказать, туда-сюда. Ну, это сейчас уже привыкла. Раньше ходила, плавала, но боялась. Но сейчас уверенно плаваю.